Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. И всех приветствую тех, кто сегодня борется со снегом. А Вадим с канала «Два огорода» спросил, много ли у нас снега. На самом деле, я даже не знаю, что ответить, много или мало. Где-то по пояс, а где-то и по шейку уже намело. Мне еще повезло, у меня с мастерской снег не съехал. А соседи меня сегодня звонили, кричали о помощи, вызволяли их из дома, снег съехал, и невозможно было открыть дверь. Поэтому сами видите, сколько снега. А дальше еще интересней. Здесь вот вы видите бугорок, это машинка, два зеркала по бокам, снег везде, забор, видите, уже выше забора снег. Ну, не выше, там сантиметров, наверное, 20 осталось от двухметрового забора. А вторую машинку еле-еле откопали. Сегодня ехать в ночь. Не знаю, едем на север. Ну, как-нибудь, наверное, доберемся. Возможно, по дорогам у нас будет все хорошо. Поэтому, у кого снега маловато, кому нужен снег, пишите, пришлем любой доставкой, DHL, Почта России. Напишите, сколько у вас снега. Всего доброго, до встречи на канале.